Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Показывай дорогу. Говорят, его забрали талмарцы. После этого куда мне было идти, как не под знамена Ульфрика?
Смотри в оба. Вот что у меня есть.
Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Письмо. Не знаю от кого. Он не назвался. Просто сказал, что он твой друг. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Это твое вроде. Тебе повезло. Кто другой себе бы взял? Вот, держи. Это твое вроде. Тебе повезло. Кто другой себе бы взял? Вот, держи. Говорят, Стражи Рассвета возрождаются. Это охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом возле Рифтена. Может, и мне стоит к ним пойти? Папа говорит, что я слишком приветлива с чужаками, но ты вроде ничего. Что тебе нужно? Недавно в Ривервуде. Если ищешь работу, поговори с Ходом на лесопилке. Угу. Ты хочешь говорить со мной? После всего, что было? Приветствую, брат эльф. Приятно видеть родное лицо так далеко от дома. Славного денька. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Ты по делам в Ридере или как? Бывают места и похуже. По крайней мере, война до нас не добралась. Пока. Честная плата за честную работу. До встречи. Да хранят тебя боги в битву, друг.
ты? Стража Рассвета ищет добровольцев, готовых выступить против вампирской угрозы. Что скажешь? Значит, невнимательно смотришь, как и большинство остальных. Ты разве не знаешь, что вампиры напали на зал дозора и разрушили его? Дозорные не считали эту угрозу серьезной, и вот поплатились. Дозорные охотятся за теми, кто поклоняется Даэдра. Потому-то их и разнесли в клочья, когда их противниками оказались вампиры. И по этой причине наш вождь Изран возродил Стражу Рассвета. Настоящих, серьезных охотников за вампирами. Ха! Израну ты понравишься. Иди поговори с ним, он в форте Стражи Рассвета. Это к юго-востоку от Рифтена. Он и решит, выйдет ли из тебя Страж Рассвета. Дракон напал на рощу Кир. Почему? Почему там? Неужели нигде не безопасно? Иди в форт. Мы охотимся на вампиров. Ищем этих проклятых кровососов и изничтожаем везде, где можем. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. Нет, извини. Ничего. Боишься? Болеешь или чё? Приятно вновь с тобой увидеться. Спасибо тебе большое за то, что позаботился об этих ворах. Ривервудский торговец снова стал таким же, как был. Что тебе нужно, симпатяга? Налей-ка мне кружку эля. Сейчас принесу. Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Нет, мне не стоит. Меня могут заметить и узнать. Но тебя никто из них не знает. Пока что. Посланница Талмора Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малборн. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в Смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Тут-то и начнется веселье. Тебе нужно будет ускользнуть с приема, не поднимая тревоги.
Потом найти кабинет Эленвен и просмотреть ее бумаги. Малборн сможет показать тебе, где это. Хорошо. Береги себя. Что? Тебе еще что-то непонятно? Что? Тебе еще что-то непонятно? У нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот по... Ну и все. Я всего лишь повар, приятель. Погляди. Нужно что-то? Заплачу свой. Я тебя предупреждаю. Равноправным членом общества.
конечно, мертвый. Откуда же он взялся? Быть не может. Тебе удалось забрать его душу. Кто здесь? Родольф, это ты? Старшой тебя искал. Сказал, что будет на вершине. Лучше не заставляй его ждать. Who?
Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Ладно, что мне понести? Показывай дорогу. Конечно, нет. Я могу дрессировать собак, но голодавшего волка нет. Да уж. Хорошо, если он нам глотки не вырвет. А? Что это было? Сюда! Тебе не спрятаться. Ладно. Должно быть, сбежал. Что-нибудь есть?
что это было. Пора покончить с глупой игрой. Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь, я тебе устрою кару божью. В чем дело? Драконы? У меня для всех найдется что-нибудь. Все, погляди. Заходи еще. Не хочешь податься в наемники? Он у тебя? Я уже давно ищу этот клинок. И как тебе удалось в одиночку перебить всех бандитов? Спасибо. У моего отца был любимый прием боя со щитом и мечом. Давай я тебе его покажу. В память отца. Я могу тебя кое-чего научить. Ну ладно. С тобой рядом всегда веселее.
Эх, глотнули бы сейчас доброго. Даровавшим мне дыхание нескончаемой зимы. Что тебе нужно? Ищешь моего мужа Назима? Проверь возле пяток ярла. Назим их обычно лижет в это время суток. Это война, такая же глупость, как вражда. Я столько прошел, чтобы повалиться под тенью его ветвей. В него попала молния. Жаль, у меня не было времени заняться им. Война идет, столько раненых. Пожалуйста, не оставляй его стоять так. Это просто позор. У меня сейчас совершенно нет на тебя времени. Пожалуйста, позволь мне вернуться к работе. Но ведь как раз это и есть твоя работа. Ну что, тебе удалось добыть крапивнику проклятых ворожей? О, я... Честно сказать, я не надеялась, что ты вернешься. Но, конечно же, я очень рада. А теперь... Я не хочу брать эту гадость в руки. Надеюсь, ты меня поймешь. Может быть, ты сделаешь и все остальное? Все горит. Святилище Великого Древа находится к востоку отсюда. С помощью крапивника ты сможешь добыть немного древесного сока. Я правильно понял, что ты направляешься в рощу Великого Древа? Я путник, паломник. Я следую зову Кинарет везде, где он слышен. Я много лет мечтал увидеть Великое Древо. Могу ли я пойти с тобой? Обещаю тебе не мешать. Спасибо тебе за доброту. Я тебя прикрою. Веди. Как же плохо.